85-ю годовщину воздушно-десантных войск России в Белгородской области отметили масштабной военно-патриотической акцией. Летчики малой авиации, парашютисты, дельтапланеристы устроили в Прохоровском небе настоящее шоу. В области появятся учебные комплексы, которые объединят малокомплектные школы, детские сады и учреждения дополнительного образования. На выездном заседании правительства области главе региона продемонстрировали пример интеграции объектов социальной сферы в Староскольском селе Озерки. В Веделевском районе осветили храм в честь равноапостольной княгини Ольги. В истории села Зенина это первая церковь. Ее строительство растянулось на 7 лет. Камень в основании храма был заложен еще в августе 2008 года.